Итак, друзья, всем здравствуйте на моем канале. Давно не снимал видео, так как не было возможности. Сегодня решил снять видео про такие катушки. Вот для мотокосы. Смотрите. Их у меня 4. Вот, эту катушку купил. Немного покосил. Начала крышка открываться. Эту купил. Тоже как-то побило, не знаю как, по какой причине. Вот эту тоже купил, долго не послужила. Смотрите, побило середину. С какой причины, не знаю. Это вот тоже. Вот видите, тоже побило. Начала леску обрывать. Уже как-то надоело их покупать. Сегодня решил сделать вместо этой катушки какую-то другую приспособу. Эта приспособа будет вот из такого диска. Тоже это для мотокосы, но он уже как-то не нужен, потому что повылетали эти победитовые зубы, как видите. Я его уже выбросил на металлолом, но сегодня подобрал и решил что-то с него сделать. Давай посмотрим, что получится. Все, всем приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, вот получилось такое приспособление для мотокосы. Здесь я тросик налудил припоем, чтобы он не расплутал. Посмотрим, если будет расплутываться что-то, придумаем другое. Итак, будем испытывать. Итак, вот
Так оно выглядит. На мотокосе. Сейчас будем заводить, увидим. Так, друзья, не забываем одевать такую маску. Все, поехали. Видите, друзья, тросик расплелся, ну, коси. Так, друзья, сделал я еще такие тросики, завязал узел в конце, чтобы не расплутывался, и налудил. Сейчас поставлю и увидим, как оно будет косить. Итак, как видите, друзья, завязанным узлом лучше косить. Все, до свидания. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки.